253-й скорый. Вам покажу, как выглядят вот эти картуши. В общем, мы нашли картуши Хеопса. Хеопс, который строил первую пирамиду в Египте. То есть здесь это очень древний храм, но храм был построен был пристроен несколько раз. Древний египетский храм не сохранился, а египтяне сами во время греков или во время Птолемеев в 4 веке до нашей эры снова вот строили этот храм. Поэтому очень хорошо сохранился. И там рисунки, параллели и надписи очень хорошо сохранились. Дурная плотская безмерность легла на грани бытия. И чувства нет, одноманерность, и нет души, но так, струя. Век учредила свой неверность, проценты сложные суля, и та же в ней закономерность, что в запятой после нуля. Но если жизнь, лишь миг который дух с плотью мчит в одном купе, авось доставит поезд скорый из точки А да в точку Б. Увы. Страшнее всяких бедствий, дурная цепь причин и следствий. Каждая династия – это группа фараонов. Первый до шестой династии – это период правления фараона Древнего Царства. В Древнем Царстве столица Египта был городом Мамфин и Мемфис, находился рядом с Каиром. И фараоны Древнего Царства строили пирамиды. Самая первая пирамида в Египте – это ступенчатая пирамида, пирамида фараона Джесера, фараон третьей династии. А после этого каждый фараон строил пирамиду в Египте. Самые великие пирамиды – эти, которые в Гизе, пирамида Хеопса, Хефрина и Микерина. Самая великая из них – это пирамида Хеопса. Высота пирамиды Хеопса – это 146 метров, это изначальная высота, но из-за землетрясения вершина упала, сейчас вот высота пирамиды Хеопса 137 метров всего. 7-10 династии – это переходный период. В Египте не были сильных фараонов. 11 и 12 династии – это период правления фараона Среднего Царства. В Среднем Царстве столица Египта был городом Фаюм. Это оазис находится на 160 км южнее Каира. Фараоны Среднего Царства также строили пирамиды, но пирамиды Среднего Царства были построены из глины, поэтому они не сохранились. 13 до 17 – это второй переходный период, объект в Египте в это время не были сильных фараонов. 18, 19 и 20 династии – это золотой период истории Египта, это период правления фараоней Нового Царства. В Новом Царстве столица Египта был городом Луксор. В Древнем Египте Луксор, конечно, не назывался Луксором, а древние египтяне называли город Уасатом, Уасат или Сельник. Есть еще греческое название, это Фиви или Ставрахни Фиви, а Луксор – это арабское название, в переводе «город творцов». Арабы, когда пришли сюда в 7 веке, видели в Луксоре очень много храмов, они не поняли, что эти были храмами, они думали, что просто творцы. Творец на арабском языке – это Касра, поэтому называли город «город творцов» или Луксор, или просто творцы. Самые великие и самые известные фараоны Рамзес, Тутмос, Тутанхамон, Меремпетах, Нефертиари, Нефертити, все жили и родились в городе Луксора, дали большое внимание этому городу, поэтому Луксор у нас это открытый музей. Мы посмотрим сегодня город живых или восточный берег Нила. 22-й династии до 30-й династии – это закат цивилизации Египта или поздний период. В это время сидели на троне иногда сильные фараоны, иногда слабые фараоны. И в 332 году Александр Македонский захватил Египет и начался вот греческий период истории Египта. Пока мы в Дандаре, здесь пока мы посмотрим вот с вами этот храм, то храм был построен в 4-3 веке до нашей эры, то есть в греческом периоде истории Египта. Посмотрим, уважаемые дамы и господа, это есть Нил. Великая река Нил, самая длинная река в мире. Длина Нила 6750 км. Длина Нила в Египте 1700 км. Нил течет в 8 африканских стран. Египет является одним из них. Нил начинается в Средней Африке и впадает в Средиземное море. Это роботис. У нас сегодня вот есть прогулка
по Нилу в Луксоре, и там можно фотографировать и снимать панораму Нила и панораму города Луксора. Разные вот Беталимии строили вот храм, куда мы едем с вами. Но историки все говорят, что Бей начал строить храм Беталимии III. А после него построил храм Беталимии IV, потом другие Беталимии добавили вот какие-то добавки и достроили вот какие-то части в этом храме. Но в основном современный вот храм, который сейчас видно, был построен вот во время Беталимии III. Храм был построен в честь богини Хатхур. Кирия Хатхур – это великая богиня, старая богиня, покровителя гора Луксора Миасуана. И посмотрим вот этот храм, храм Будда гора Мехедет, покровитель города Эдфу. То есть жена живет здесь и муж там живет. И поэтому организовали вот...